у нас вот тут работы идут. Удаляем деревья. Ивушки. У нас, я же показывал, что разрослись сосны. И будем за место ивушек. Потерял. Алмирке отдай, она донесет. А там кто-то бежит. Марсиончик бежит. Пошли, посмотрим. Вот Серега их тащит. Ветки туда, на ракету. Что такое ракета? Ну, все уже знают. Сереж, сейчас я тебе открою, подожди. Давай. А этим-то радость. Любая работа, они все. Они все тут. Все бегут. Любят, когда кто-то что-то делает. И тут они все уже предлагают свою помощь. Давай, ветки тянут. Пытаются тоже Сереге помочь. А главное, что, ну чтобы не скучно у меня было. Они что, для чего бульдоги? Для того, чтобы, ну, человечеству не было скучно. Так, Лирик, я слышу, ты где-то сзади. Вот он ты. Я уже знаю, что он идет и тыкает мне мордочкой в ногу. Вот, смотрите. А сейчас, ну давай, тыкай, тыкай. Идет, тык. И это значит, он уже. Все, пришли. Вот у нас, видите, тут мангал. Большой такой. И вот здесь мы сжигаем мусор. Видите, как сделан специально плиточка, чтобы можно было подойти вокруг, ветки кинуть, пошевелить. Вот сейчас эти листья сожгем. Потом будем вот это вот все. Ну, конечно, выбирать, чтобы ветра не было. Или наоборот, чтобы был ветер, чтобы дым соседям не мешал. Вот видите, сколько хвороста. И вот без этого мангала, вот он с нержавеечки сделан. Конечно бы, ну а где сжечь мусор? Здесь на траве будут черные кучи такие от пепла. А здесь, смотрите, как устроено. Мы сожгли, он весь сделан из сеточки. Видите, сеточка, и внизу тоже сетка. И зола просыпается вниз, туда он, под него. Мы ее потом собираем и удобряем деревья. Такое вот безотходное производство. Пошли, пройдем еще по зимнему саду. Да, зимним его назвать трудно. Смотрите, трава вот такая вот зелененькая. Вот, ну, она всю зиму такая. Это овсяница. Овсяница бывает красная, луговая. Потом, сейчас скажу еще, их несколько, 6 видов овсяницы. Красная-красная, потом волосяная. Полевая. Вот они стоят. На рейде. Видите, какие рыбы. А Кузя там сидит. Ждет весны. В яме. Весной проголодается, вылезет. Будем кормить его, увидим. А пока вот мелюзга только, видите. Тоже красиво так смотришь. А, да, пришли. О, ноги сами меня привели. Куда они привели? Привели они вот опять сюда. Ну, может быть, кто-то скажет, да надоели вы одно и то же показываете. Свой этот самый. Ой, а кирпич-то тяжелый. Ага. Может, и надоел. Ну, Мирка, а тебе надоело вот это мероприятие? Мирочка, да не завалишь ты кирпич. Тихо. Ой, сколько нетерпения. Что-то уже рохнулся. Марсюха. Ну, там есть еще? Есть. Лирик. Лирочек.
Лероха! Лирик всегда запаздывает. Когда я уже склад опечатываю, пломбу ставлю, и тут появляется Лирик. Ну, пломба, вы знаете, что это вот этот кирпич. Это пломба. А Лирику надо особое приглашение. На. Как они безумно любят этот корм. Лирик! Лирик! Просто смотрите, что я не могу ж одной рукой. Что мне сделать? Я сделаю так. Вот я карман положу. Теперь я могу запломбировать. Вот. Ой, все поломалось, крышка. Вот она пломба. Так. Для чего эта пломба? От ветра. И еще вот от этих вот. Потому что они могут избить. Лирик! Лирик! О! Я так и знал. Да, теперь. На. О, хорошо, что я в карман положил. На, держи. Все. Летом я их угощаю инжиром. А сейчас инжира нет. Теплицы у нас ничего. Такого зайду. Видите? Ничего. Инжир ждет весны. И здесь вот какие-то деревца. Ну, не какие-то, а которые ждут своей очереди к высадке весною. Пошли, Марсенчик. Ящерицы уже все спят. Это что тут написано? Видите, какая-то тираканта. Это вот, которые вот это вот, знаете, что у нас... Ну, на выходе оранжевая. Пироканта. Ну, когда я все время выхожу и кормлю. Помните? Так и не помните? Ну, пошли, покажу. Пошли, выходите. Пироканта такая, оранжевая ягода. Ну, сейчас пойдем, покажу. Пошли, пироканты, поедим. Она у нас до самой весны. Это пироканта. Бегом. Бегом со мной. Ну, кто? Кто меня обгонит? Лерочек, а ты что там остался? Остался. А там остались эти маленькие кусочки корма. Он их подбирает. Эти же спешки. А он у нас люди. Что, вот вам и январь. Сирень, видите, уже как. Ну что, пошли. Пошли. Быстрее. Хватает на лету что-то. Это Мирка. Пироканты я им дам. И поеду на работу. Быстрее. Лирик. Марсик. Мирка. Бегом. Кто первый со мной придет, тому больше и достанется. Так. Видно у нас тут. Вот она. Ой, ветер усиливается. Вот она, пироканта, видите? Вот я специально для них держу. Вот. Она всегда вкусненькая. Вот запасы какие. На, Мирочка, быстрее. И ты подбежал. На, держи. Вот здесь сколько ее. Смотрите. Видите? Они любят ее. И ты. И ты бери. Это тебе, Мира. На. И тебе тоже. Все. Вот и все. Такая небольшая прогулка. Поели рыбьего корма. Пироканты. Все. Прогулялись, и вы, земляне, со мной пробежались. Вот такой вот зимний сад, январь.
А вон Лерочек идет. Не спеша. Ножки коротенькие. Лерик, иди, тебе тоже дам. Иди, Лерочек. Иди быстрее. Лирик такой степенный. Он знает, что он останется. Он просто не хочет подходить. Уже Марсику, знаете, лапу придавил. На, Леруха. И тебе тоже. Опа. И побежал. Лирик настолько осторожный. Он никогда не входит ни в какую историю в такую. Ну, как вам сказать, в темную. Он знает, что мой дом, моя крепость, то есть будка. Он знает, что лучше подальше от этой команды. Все, он уже успел съесть. Поэтому он такой вот мудрый. Он, знаете, как домовенок. Вот. Помните, домовенок Кузя был? Вот и Лирик такой. Он чем-то похож на этого домовенка. Ну что? Все, я ухожу из сада. Все, все в сборе. Никого не забыл. Все. Всем пока.